далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, никей не знают ни ленты, в суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они въябывают на комбайнах. Выпил С2 H5OH, сел на Неву, Рассельмаш на ДТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят и пошел взять пахать, молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день, но зато ты знаешь каждый винтик в тракторе внутри, получаешь за работу в месяц 1003, комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных пур, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пидорасы беснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают, пусть враги не знают, ключка кандали заразь, никогда отребья натовская не возьмете нас. Выпил С2H5OH, сел на Ниву, Рассельмаш на ДТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят и пошел взять пахать, молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Снова выпил CH5OH, сел на него, Рассельмаш на ДТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим поросят и пошел взять пахать, молотить ячмень. Будет долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всей сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам!